В детской поликлинике возобновились творческие занятия с детьми-инвалидами. Прекращались из-за пандемии. В преддверии Всемирного дня здоровья участники группы «Волшебные пальчики» готовили фруктовый салат из экзотических и местных фруктов, овощей. Это не только эстетическое воспитание, но и развитие мелкой моторики. Репортаж Ирины Волокитиной. Раз кружочек, два ломтик, три колечка. Ребята сами готовят себе лакомство. На первый взгляд занятие несложное, вот только дети эти особенные. Это обычные детки, особенные детки, но не обычные детки. Мы проводим творческие занятия по субботам по развитию моторики. Скоро будет праздник Всемирный день здоровья. Мы решили, что правильное питание – это очень важный фактор в здоровье человека. Поэтому дети сегодня делали салат фруктовый. Все происходящее дети воспринимают как игру, хотя заняты важным делом. Обилие предметов развивает тактильные навыки, что очень значимо для детей с инвалидностью. Движение пальцев рук стимулирует центральную нервную систему и ускоряет развитие речи. Наша задача – родители, им очень благодарны Лабытнанской городской больнице, что они к этому присоединяются. Это обучать тем поведенческим навыкам и умениям, которые им пригодятся, конечно, в их ежедневной, каждодневной жизни. И умение готовить, интересно, вкусно готовить, конечно же, оно им пригодится. И думаем, что такие занятия, они действительно имеют достаточно хороший эффект, потому что здесь еще это групповые занятия, смотря друг на друга, учась у друг друга тому, что вот умеет другой ребенок. Это, конечно, более эффективно и продуктивно. Нашему, как бы сказать, кружку по интересам уже больше года. Мы занимаемся с начала 2020 года. Просто был в связи с пандемией перерыв, поэтому мы на какое-то время прекращали занятия, а сейчас мы восстановили. Идея создания группы здоровья «Волшебные пальчики» принадлежит Елене Афанасьевой. Она планирует и проводит все занятия для своих подопечных. Обязательно приглашает родителей. Говорит, что это помогает сблизиться и найти взаимопонимание. С какой радостью дети дарят им свои поделки или делятся впечатлениями. Бананы, яблоки, киви, мандарины. Все понравилось резать. Я буду готовить салат мамы с папой и дома. Приготовленный салат юные кулинары их родители оценили по достоинству. На следующем занятии, говорят, будут учиться раскрашивать пасхальные яйца. А потом планируют поехать на экскурсию в Салехард. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, программа «Время местное».